Вот. Нифига себе, она заканчивается. Смотри, там на полосочки их просто разделили. На полосочки маленькие. У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Кришки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня продолжаем играть в игру The Super Hero League, и в данный момент мы проходим миссии за Супер Шар. Мы, разумеется, прошли все основные миссии, и теперь у нас есть крутые миссии, которые стоят бабла. Которые стоят бабла, и за то, что мы их пройдем, будет там тоже даваться бабло. Смотри, 500 стоит, без проблем, начинаем, и, разумеется, это будет принесет нам целую 1000, если мы правильно пройдем. Ну, нам нужно под углом это сделать, то есть отсюда куда-то сюда стреляется, а потом сюда. Немножко неправильно, но правильно. Просто не тот угол. Вот и все. Нужно было найти подходящий угол для того, чтобы попасть куда надо. Всего 3 миссии в этой мини-миссии. Ничего страшного. Ой, что я делаю? Как-то так? Нет. Как-то так? То есть вот так вот? Я понял, но я не понял. Да все равно в него попадает. Да что такое здесь за справедливость? И так стреляю, и по другим углом стреляю, и как-то еще переделаю, все равно попадает в него. Так, ну здесь 2 у нас движения. Одного мы победили. И второго мы победили. Плюс 1000 баксичей. Прекрасно, потрясно, волшебно, классно. 800 стоит, 2000 получаем. Смотри, нам нужно повернуть эту фигню. А как сделать так, чтобы она повернулась? Вот так вот. Эй! Вот сейчас было некрасиво. А, я мог же его убить просто, лол. Пока она крутится. Все, изи. Сейчас мы просто разворачиваем эту фигню. Блин, я не попал. Да ё-моё, какой угол? Ё-моё! А ё-моё, а ё-моё. Еее! Прям в челку. Прекрасно. Не в челку, точнее, а в затылок. Ну, ничего страшного. Немного не то отрезали. Когда он попросил, чтобы мы немного подровняли его челку, и мы взяли на лысо, постригли затылок. Окей, что эта штука делает? Ага. То есть мы должны толкнуть? Нет. Должны сделать так, видимо. А как это делается? Так, это интересно. Такой миссии еще не видел. Блин, сложно, слушай, я понял, что нужно делать. Нужно 2 раза попасть по этой штуке, чтобы она залетела прям туда. Блин, а что она так быстро падает? Да ё-моё! Ты видишь, она то медленно падает, то быстро, фиг поймешь. Ой. А, так так надо было сделать. Надо было еще проще сделать, оказывается. Мы не должны были дотолкать этот шарик. Мы должны были от шарика оттолкнуть наш лазер в стену, и от стены уже залетел он бы туда. У нас это получилось случайно. Это главное получилось уже в момент, когда я так не собирался проходить. Но видишь, каким-то случайным образом это все-таки вышло. Блин, аж бесконечно будет. Давай сделаем так. Блин, аж бесконечно будет идти. Окей, давай сделаем тогда как-нибудь так. А возможно сделать так? Вот. Нифига себе, она заканчивается. Смотри, там на полосочки их просто разделили. На полосочки маленькие. Так, это что такое? То есть так, да? Бля, как это сделать тогда? Эх, не попал. Да как ты поворачиваешься? Блин. Мне нужно, чтобы она залезла на тот блок. Если она залезет, то будет хорошо. Блин, а видишь, она не хочет залезть. Это гадюка какая. Вот сейчас, кстати, идеально было. Ну давай уже, она не хочет залазить туда. Можешь по верхушке попробовать? О, по верхушке, кстати, получается. Давай.
Оп-оп. Опачки. Я уже думал, что я промажу опять. Но попал, более-менее. Смотри, нам нужно сначала отстрелить. А как это? Нам нужно отстрелить обе, получается, или что? Наш нету еще одной. А, так все нормально. Она должна взорвать, все нормально. Раскачивайся. Ей! Я уже думал, мы должны еще раз стрельнуть, а у меня заканчиваются патроны, я думаю, а как? А как это сделать? Все-таки легко и просто. Здесь нам дают костюм на этой последней миссии, плюс 2500 бабла. Давай попробуем. Здесь у нас вот такой вот блок, этот блок как раз-таки отравляет, но как нам его взять? Нам нужно, видимо, попасть и по этому чуваку, и по этому блоку. Ну, давай попробуем. Ага, не угадал. Значит, попробуем сделать так. То есть он разделяется. Я думал, мы его толкать будем. А мы его, видишь, оказывается, разрезаем. Но если мы его разрезаем, значит, я стреляю сюда. Ага, почему-то не упал этот блок. Ты почему не падаешь? Смотри, он не падает, не падает. Вот эта вот штука, она отделилась, все. Но он не падает. Вот этот маленький, главное, падает, а тот не падает. Ну, давай тогда уголочек отрезать. А вот этот не хочет умирать. Я вот сейчас не понимаю. Пофига, ты не хочешь помирать, а? Братишка. Да братишки не касается, видишь, никак. Братишка! Почему? Козел? Фигел отбрасывает мне штуки. Она все равно не хочет его убивать. Я не понимаю. Этот уровень проходит вообще? Аж не касается его. Вот этого 100% вы убиваете. А вот этого, чтобы в него попало, нужно, не знаю, верить в чудо. Она никак вообще, никаким образом, как бы я не отрезал. Здесь маленький кусочек отпадает. А здесь маленький кусочек не отпадает вообще никак. Обратно. Прилетело. Вот так только если. Но это не то, что мне надо. О! Отлично! Блин, сложно на самом деле взять такой угол, чтобы там маленький кусочек отрезался. Но получилось. Но здесь легко, наверное. Или нелегко? Нет, здесь нелегко. Я понял, как здесь надо. Давай. Да ё-моё! Не всего один выстрел. Да ёшки матрёшки. Как тяжело-то. Она, видишь, всё быстро идёт, гадина. Вот. Что-то типа того должно получаться. Но я, видишь, должен ждать, пока она вернется. Я ж не понял. Я должен ждать всегда! Я не хочу ждать! Она улетела. Чё-то не то получилось. Если я так стрельну, она не прилетит как надо. Я могу, конечно, попробовать попытаться куда-нибудь сюда в угол попасть. Так, чтобы она отлетела в него. Но это так нереально практически. Настолько нереально. Чтобы вы понимали. Давайте, ладно. Здесь нужно, чтобы она просто рикошетила вот так. А так она каждый раз с разной скоростью идет? Почему она вначале вообще медленно идет? А потом все быстрее и быстрее. Видишь, она замедляется как будто. Да! Я не хочу в это играть, я готов сейчас снайперку взять просто. Это тупая миссия. Я понимаю, что здесь нужно сделать. Но нафиг надо. Лучше я здесь снайперкой пройду. Вы должны просто попасть, а вот так. И рано или поздно должно попасть в этого. Но это сделать практически невозможно. Это надо целый день стоять и примеряться. Еще она специально начинает двигаться вверх. То есть ты не успеваешь даже прицелиться для того, чтобы выстрелить нормально под определенным углом. Нафиг надо тогда?
Ну это да, конечно. Так, а здесь? Здесь как? Мне нужно, чтобы ТНТ-шка вот эта упала и взорвала вот эту ТНТ-шку. С первого раза доступен новый персонаж. Супер Шарп. Новый костюм, смотри. Давай поглядим на него. То есть это опять-таки супергерой, как вот здесь вот, да, у нас в первом варианте супер физик был. Здесь Супер Шарп уже вне костюма. То есть настоящая личность данного персонажа. Прикольно. Интересно. Я так понимаю, миссии у нас больше нет. Что у нее за костюм-то вообще? Нифига себе у нее костюмы. Это, конечно, вообще классный костюм. Резко она меняется. Но это вообще мужик какой-то. То есть здесь, видимо, специально сделано, что здесь в предыдущем костюмах было. Видишь, женщина, женский персонаж, женский вариант того героя. А здесь, наоборот, мужской вариант этого героя. Так что прикольно. Только жалко, что этого и получается нигде ничего не купить, да? Или купить. Не купить. Обязательно смотреть рекламу, видимо. А зачем тогда звезды? Здесь 384 звезды. И я не могу на эти звезды ничего купить. За деньги. Зачем деньги нужны? Ничего не понимаю. Зачем все это? Зачем столько всего, и я покупать ничего не могу. Кстати, эти миссии закрыты, но они открываются уже после просмотра рекламы. Ага. Ладно, ребят, на этом все тогда. Миссии у нас больше нету. Сейчас буду смотреть рекламу 24/7 для того, чтобы наконец-таки открыть все остальные миссии и уже в следующем видео показать вам остальных героев. Надеюсь, вам это нравится. Нравится данная игра, нравится прохождение данной игры. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забываем подписываться на контакт, ссылки в описании в шоп-канал. Это была игра за Super Hero League. С вами был Лекс. Всем добра.